Акционерное общество «Транстромсервис» создано в 1992 году. Инициатором его создания и генеральным директором бессменным был Шкатулов Петр Максимович. Был и есть. И хочу сказать, что эта организация создана в то время, когда у нас появилась возможность акционирования, она добилась за этот период больших успехов. В ней работают более 1500 человек, это около 1000 рабочих и 500 инженерно-технических работников. Они выполняют большой объем работ по ремонту, по содержанию, по уборке в городе Москве. Эта организация активно внедряет новые технологии, новые строительные материалы. Все объекты, выполненные этой организацией, они отличаются качеством, в срок выполняются и соответствуют всем требованиям, которые предъявляются сегодня к выполнению дорожно-ремонтно-строительных работ. Создание организации началось с освоения пустыря, создание своей, именно своей производственной базы. Что, кстати, не все этим занимались, многие арендовали где-то какие-то клочки земли, да. А общество, значит, создалось именно со своей производственной базы, с первого дня. Начали с двух катков, купленных в Голландии, там, за какие-то, по тем временам это считалось, наверное, дорого. Будем говорить, за копейки, старая техника. Все с них и началось. Там два самосвала и два катка. Вот в данный момент организация, сравните разницу, да, два катка, либо сейчас 300 единиц техники именно не коммунальной уборочной техники, а именно техники, участвующие в капитальном и текущем ремонте проезжей части. Техника лучших производителей мировых. Это и Virgin, Caterpillar, Vogel, Ham. Лет 5, наверное, начали работать и с американцами. То есть это Terex, Caterpillar. У американцев немножко технология другая, она отличается от европейской. Но мы пошли на это, то есть пытаемся это все внедрить в Россию. 300 единиц техники, производственные площади, если раньше было 2-3 бытовки в первые времена, на данный момент 10 тысяч квадратных метров производственных площадей. То есть своя собственная рембаза позволяет делать все техническое обслуживание самим. То есть услугами сервиса производителей пользуемся довольно редко. В крайних случаях, то, что мы не имеем права делать, но есть некоторые вещи, допустим, программное обеспечение, да, то есть мы им не владеем, но, соответственно, мы не можем это ремонтировать. А весь текущий ремонт, капитальный, то все делаем сами. База является центром производственной мощности ООО «Транстромсервис». То есть вся мощность, она здесь. Плюс еще 5 асфальтобетонных заводов. Парк техники постоянно обновляется. То есть происходит естественная амортизация, да, по нормам. Грубо говоря, 3-4 года эксплуатируется техника, потом она меняется. То есть постоянно парк до 20% примерно в год обновляется, меняется. Это общемировая практика. Вот этот бокс у нас, он один из самых первых ремзоны. Он был отстроен в 96-м году.
На нашей ремонтной базе осуществляется целый комплекс ремонтных работ. Регулировка топливной аппаратуры, шиномонтаж, сварочный пост, участок для переборки моторов и коробок передач. Также существует участок токарный. Также у нас есть электроцех. Также на территории базы существует заправка для осуществления заправки машин Трансстромсервиса. Это у нас аварийно-техническая машина, предназначена для мобильного ремонта дорожной спецтехники на объекте. Осуществляется вывозом бригады слесарей для проведения сварочных и слесарных работ. ГКО «Эксперт Автодор» занимается контролем и экспертизой качества работ в городе Москве. Также наша организация занимается экспертной оценкой и входным контролем материалов. Это касается и инертных материалов, которые поступают на строительство, на объекты города, также противоугольных реагентов, то есть всех материалов, которые касаются ремонта и содержания автомобильных дорог или объектов уличной дорожной сети города Москвы. Сейчас мы находимся с вами на Кутузовском проспекте, где организация «Трансстромсервис» выполняет ремонт дорожного покрытия. Данный объект характеризуется суровыми условиями эксплуатации. Движение проходит здесь машина к машине, в связи с чем накапливается остаточный деформационный ресурс в конструкции дорожной одежды вследствие проявления различных деформаций на покрытии. В основном на данном объекте это характерный и самый такой важный дефект – это колея, с которым мы и боремся. Сегодня и на протяжении последней недели «Трансстромсервис» ремонтирует верхний слой дорожного покрытия путем замены его с применением асфальтобетонной смеси щебеночно-мастичной на более прочных и износостойких материалов. В связи с тем, что данный объект, Кутузовский проспект, является магистральной сетью города Москвы и в особенности внекатегорийным объектом, и также особое внимание надо уделить, что по данному объекту проезжают ежедневно первые лица нашего государства, то мы особое внимание уделили контролю качества выполнения работ. На данном объекте организация «Трансстромсервис» показала высокие технологические возможности. Данная организация работает как в городе Москве, так и на федеральных автомобильных дорогах. Выполняет ремонт, работы по ремонту асфальтобетонных покрытий, содержанию и также реконструкции новому строительству. Не чувствовать контроля просто невозможно. Все толщины и все прочее это заменяет, измеряет и дорожная инспекция, и административная инспекция, и мониторинг, и еще всякие научно-исследовательские институты там. Вот. Поэтому, в принципе, там очень много независимых экспертов, которые это все делают. И они измеряют не только ведь толщину, они измеряют, самое главное, и состав, зерновой состав, то есть сколько там процентов щебня, какой там вяжущий и так далее. Поэтому тут уж как говорится, сказать, что мало проверяют строителей дорог, это, конечно, ни в коей мере нельзя. Завод Дорохова вошел в структуру нашей организации с 2002 года. Значит, первоначально была только стационарная установка выпуском 180 тонн в час. В 2006 году мы приобрели еще мобильную установку выпуском 160 тонн в час. Каждая установка снабжена электронной системой дозирования. Эта система очень высокой точности. За счет этого, в том числе, мы добиваемся высокого качества под нашей продукцией. На заводе осуществляется круглосуточный входной и выходной контроль. Контроль осуществляет наша лаборатория, которая работает в режиме завода. Завод работает, как я уже сказал, круглосуточно, также работает лаборатория, которая определяет качество входящего материала, будь то щебень, песок, минпорошок, вяжущий битум, так и качество выходящего материала – это асфальтобетонные смеси, те, которые выпускаются в данную смену. Обе установки снабжены дополнительными опциями, что позволяет вводить в смесь как сыпучие, так и жидкие добавки. За счет этого мы можем не только качественную смесь готовить, но и видоизменять ее под любые добавки, будь то стабилизирующие добавки, будь то добавки, улучшающие качество битума. То есть практически выпускать любую смесь, которая требуется нашему городу. Это позволяет, конечно, нам участвовать во всех экспериментах, которые проводятся от правительства Москвы.
А в этом году наши заводы выпускали смеси на такие улицы города, как Минская улица, Боровское шоссе, Севастопольский проспект. Мы участвовали в укладке экспериментального асфальта и производстве, естественно, этого асфальта на Рублевском шоссе, Строгинском мосту. То есть, в общем-то, ну, Рублевское шоссе – это пока что объект в определенной степени уникальный, потому что такого подбора смеси в Москве еще не было. Мы работали на вяжущем «Альфа-Бит» при щебень «Габра-Диабаз» фракции 5-15. То есть этого еще действительно в Москве не было, и предварительные данные показывали, что эта смесь будет держать нагрузки лучше, чем то, что применялось до этого. На данной территории расположены две асфальтобетонных установки американской фирмы Terex E100P, производительностью каждые 100 тонн асфальтобетонной массы в час. И также бетонная установка фирмы Скака, современное автоматизированное оборудование, которое установлено на данных установках, позволяет попускать различные типы и марки смесей в зависимости от тех заявок, которые предъявлены нам от заказчика. За моей спиной вы видите строительство площадки под еще один асфальтобетонный завод, который здесь будет установлен, фирмы Бенихофен, производительностью 240 тонн в час асфальтобетонной смеси. Постоянно совершенствуя и увеличивая свою материально-техническую базу, на территории данного комплекса Саларьева в этом году были возведены два здания административных общей площадью 1500 квадратных метров, в которых расположена лаборатория и центр по переподготовке кадров и обучения нашего персонала. Здание административное под лабораторный комплекс готово, закупается оборудование, которое в ближайшее время будет установлено и будет функционировать. Производственный комплекс «Саларьево» позволяет нашей организации ООО «Трансформсервис» проводить полный комплекс работ по строительству, реконструкции дорог, капитальному ремонту, как внекатегорийных федеральных трасс, так и городских улиц, проспектов и магистралей города Москвы. Так как данный комплекс «Саларьево» расположен на территории Новой Москвы, которая образовалась недавно, мы имеем возможность проводить работы по строительству и реконструкции в Новой Москве федеральных трасс, таких как Киевское шоссе по Московской области, Калужской области и также прилегающих территорий. До 2001 года бортовой камень наша организация закупала на железобетонных заводах города Москвы. В 2001 году компания «Трансформсервис» приобрела свою немецкую установку фирмы «Хес» и начала производство бордюрного камня собственными силами. Компания также имеет бетонную установку «Секома», которая позволяет производить до 200 кубов однородной смеси за смену. Участок общестроительных работ состоит из 10 бригад, общей численностью 70 человек. Производительность при таком количестве бригад составляет порядка 1000 метров в смену, что заставило организацию приобрести более мощное оборудование фирмы «Хес» производительностью 900 метров в смену. Это полностью покрывает потребность компании. 11 лет эксплуатации нашего бордюрного камня на дорогах города Москвы показали, что камень качественный, несмотря на суровые московские условия. Мы находимся в Западном административном округе на улице Осенняя, где мы производим работы по устройству парковочных карманов. Работа состоит из устройства дорожного корыта, устройства песчаного полотна, установки бортового камня и устройства бетонного покрытия с последующей асфальтировкой. Поскольку компания «Трансформсервис» занимает более 10% рынка города Москвы, можно сказать, что за 11 лет, которые мы устанавливаем бортовой камень, мы поменяли весь бортовой камень города Москвы. Московский транспортный узел и город Москва
характеризуется очень сложной транспортно-эксплуатационной ситуацией. Все это предъявляет высочайшие требования к применяемым дорожным конструкциям, материалам и к тем, кто реализует это, кто производит дорожные работы по строительству новых и ремонту ремонту существующих элементов уличной дорожной сети. Значит, в Москве имеется ассоциация дорожников, которая объединила ведущих производителей материалов, асфальтобетонных, цементобетонных смесей, работ, которые выполняются по разметке улиц и дорог. Вот к числу этих организаций относится и Транстромсервис. В частности, они работают постоянно на таких ответственных магистралах, как Кутузовский проспект, Рублевское шоссе и многих других. С 2001 года наша компания приступила к уборке дорог. Изначально мы убирали чуть более 500 квадратных метров. Сейчас мы убираем более 8 миллионов квадратных метров. Нашими заказчиками являются город и префектуры. Префектуры такие, как Центрального округа, Северо-Западного, Юго-Западного и Западного. Для уборки в городе Москве задействовано 5 дорожных участков, на каждом из которых имеется полный комплекс для ремонта подвижного состава, реагентные базы. Задействованы более 350 единиц уборочной техники и более 600 человек трудятся в круглосуточном режиме. Особенности городского режима – это стесненные условия, наличие большого количества транспорта, большой отстой техники на улице города Москвы. Для этого мы задействуем универсальную технику, малую механизацию и большое количество рабочих на ручной уборке. Для того, чтобы поддерживать свой высокий рейтинг в городе Москве, мы ежегодно обновляем парк своей техники и приобретаем более высокопроизводительные машины. Самой сложной уборкой и одной из самых важных сфер обслуживания Транстромсервиса является уборка участков МКАД и Рублевского шоссе, так как это федеральные трассы и являются трассами специального назначения, где заказчиком выступает само правительство города Москвы. Объемы работ по содержанию территорий в городе Москве и области превышают 8 миллионов квадратных метров, в том числе на одном из самых ответственных участков МКАД 1 612 000 квадратных метров, а по Рублевскому шоссе 283 000 квадратных метров. Парк техники по уборке МКАД насчитывает более 90 единиц высокопроизводительной дорожной техники. Мерседесы и джетбрумы – техника универсальная, которая может выполнять прометание и мойку проезжей части в летнее время и одновременное прометание и обработку в зимний период. Это очень важно, так как зимой эта техника имеет возможность прометания МКАДа за 1.5 часа при площади проезжей части 1 600 000 квадратных метров. Это единственная техника, которая движется с рабочей скоростью более 40 км в час, что не сильно затрудняет движение по МКАД. На территории нашего комплекса есть склад жидких и твердых реагентов. В зимний период это позволяет нам не тратить время на заправку машин реагентами на городских базах, а в кратчайшие сроки производить обработку проезжей части согласно фоксограмм департамента. ДЭК «Запад» обладает современной ремонтно-технической базой, которая позволяет обслуживать до 100 единиц дорожной техники. Сменные мастера и диспетчерская служба работают в круглосуточном режиме. Сменный диспетчер имеет доступ в интернет, что позволяет передавать отчеты о работе нашему заказчику в режиме онлайн. Наличие доступа в интернет и специальных программ позволяет следить за работой техники и механизмов 24 часа в сутки. Вся техника оборудована системой мониторинга ГЛОНАСС. Все водители, механизаторы, дорожные рабочие в свое время для отдыха проводят в специально оборудованных комнатах, где имеется все необходимое для полноценного отдыха и личной гигиены работников. Наша организация каждый год проводит курсы по повышению квалификации сотрудников, что способствует качественной и слаженной работе.
Техническая оснащенность и квалифицированный персонал организации позволяет выполнять весь спектр работ с соблюдением всех технических норм и правил производства работ на высоком уровне и в сжатые сроки. Основной принцип работы Транстромсервиса – надежность, оперативность, высокое качество выполняемых работ. В проспекте используем два новых вяжущих полимерно-битумных. Это полигум и альфа-бит. Принципиальное отличие нового асфальта будет в том, что повышается трещиностойкость, повышаются прочностные характеристики асфальта, устойчивость к колее. Несколько участков у нас идет на разных битумах с разным щебнем. В процессе эксплуатации будет производиться мониторинг. Отслеживаются участки, как они себя ведут после прошествия полугода, года, как себя ведет покрытие. В процессе работы используется новейшая техника, асфальтоукладчики, катки. Идет два звена в одну сторону, два звена навстречу. Этим ускоряется процесс работы. Успеваем работать в сжатые сроки, создавать меньше проблем движения. Мы с вами находимся на Рублевском шоссе. На данном объекте находится более 150 самосвалов, которые принимают участие в укладке асфальтобетонной смеси и фрезеровании существующего покрытия. Также задействовано 8 дорожных фрез, 4 комплексных бригады с укладчиками по укладке асфальтобетонной смеси, перегружатель шаттл-баги. Также на данном объекте работает 6 асфальтоукладчиков. Происходит укладка нового экспериментального покрытия с использованием асфальтобетонной смеси с модификатором «Альфа-Бит». Планируем выполнить ремонт дорожного покрытия Рублевского шоссе, а это более 200 тысяч квадратных метров, в рекордные 5 суток. Для этого мы начали укладку асфальтобетона с разных направлений, с двух. Эта организация одна из первых. В 99 году она получила золотую лицензию. Также было присвоено ей в 2006 году звание поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы. Кроме того, хочу сказать, что по инициативе, в том числе и Транстромсервиса, в 1996 году была создана Ассоциация дорожников Москвы. С этого периода Транстромсервис активно участвует в решении тех вопросов, которые стоят перед Ассоциацией дорожников Москвы. И в прошлом году Транстромсервис была руководителем этой организации, был удостоен почетной грамотой правительства города Москвы. Набранный темп производства дорожных работ, хороший коллектив, который есть в этой организации. В общем-то, в этой организации все механизмы соответствуют сегодняшним мировым требованиям. Я думаю, что эта организация, она будет и далее работать на дорогах города Москвы и улучшать качество выполняемых работ, обеспечивать хороший проезд по дорогам Москвы, обеспечивать безаварийность, в том числе на дорогах. Улучшение качества покрытия как раз вот приводит к этим всем показателям. Пожелаю ей успехов и пожелаю успехов руководителю этой организации Шкатулову Петру Максимовичу также держать и продолжать работать.
наша организация ООО «Трансстромсервис» представляет свои услуги по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и полному комплексу работ по содержанию благоустройства городских улиц и магистралей города Москвы вот уже на протяжении 20 лет. В результате 20-летнего развития компания стала одной из наиболее крупных строительных организаций Москвы и России. ООО «Трансстромсервис» уделяет особое внимание качеству дорожных работ и непрерывному внедрению самых инновационных и эффективных технических решений в области дорожного хозяйства. В связи с этим наша компания не могла упустить возможность принять участие в таком важном мероприятии в сфере дорожного строительства, как третья международная специализированная выставка-форум «Дорога-2012», где собраны ведущие специалисты отрасли, которые представляют свои лучшие достижения, новейшие разработки и инновационные решения в области оптимизации дорожной инфраструктуры, строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Огромное спасибо нашим партнерам в регионе Москвы и Московской области, компании «Трансстромсервис», которая использует те современные технологии, которые мы здесь представляем, в частности, перегружатель асфальтобетонной смеси «Шаттлбаги», который производит перемешивание асфальтобетона перед его укладкой, тем самым устраняя температурную и фракционную сегрегацию и улучшая ровность асфальтобетонного полотна. Еще одна из инноваций, которая представлена на этом стенде, установка, которая ставится на асфальтобетонный завод, она позволяет производить теплые асфальтобетонные смеси с помощью вспенивания битума. Тем самым мы достигаем гораздо лучшую связь между частичками щебня, образуем более толстую пленку. Качество улучшается из-за того, что мы понижаем температуру выпуска асфальтобетонной смеси. Тем самым у нас не уходят из нее легкие асфальтены. И срок службы такого асфальтобетона улучшается на 2-3 года. Одна из первых установок, которые были привезены в Россию, установлены, была установлена именно на заводе компании «Трансстромсервис» в Москве. Очень надеемся, что те результаты работы, которые на ней получит эта компания, ее будут радовать, самое главное, будут радовать ее заказчиков. Все больше и больше работы. И асфальта будет выпускаться на этом заводе или на других заводах этой компании с применением данной технологии. Компания ТНК BP искренне рада, что наши партнеры в Москве, дорожная компания «Трансстромсервис», нашла возможным использовать на основных трассах Москвы. Это Рублевское шоссе, это Кутузовский проспект, это ряд других важных стратегических магистралей. Наш инновационный продукт ТНК «Альфа-Бит». Мы искренне рады сотрудничеству и уверены, что и дальше наше партнерство будет взаимовыгодным. Наша фирма поставляет в Россию машины и оборудование для коммунальной отрасли, для уборки городов и скоростных магистралей. С фирмой «Трансстромсервис» мы работаем с 2000 года, поставили немало техники, в том числе вакуумных подметальных машин фирмы «Scarab Sweepers» Англия. Все продукты, которые поставляются нашей фирмой для России, они включают все современные разработки и инновационные разработки, относящиеся к коммунальной отрасли. Нам очень приятно видеть в лице фирмы «Трансстромсервис» нашего давнишнего и надежного и постоянного партнера. Добрый день. Нашу компанию «Virgin Group» с компанией «Трансстромсервис» связывают давнишнее взаимовыгодное сотрудничество. За это время компания «Трансстромсервис» применила огромное количество наших современных машин и технологий. Также по мере модернизации машин и появления новых опций компания «Трансстромсервис» проводит их постоянное внедрение и улучшение уже существующих машин. Конечные потребители являются ключевыми для компании «Газпромнефть». Это записано в стратегии компании. И
компания «Трамстромсервис» является одной из перспективных и интересных для нас компаний-партнеров. Несмотря на то, что договор у этой компании мы заключили в начале 2012 года, тем не менее отгрузки пошли практически с начала сезона и продолжались весь сезон. За 2012 год мы поставили более 17 тысяч тонн. Причем наряду с традиционными битумами мы начали сотрудничество по полимер-модифицированным битумам. Это в рамках проекта поставки ПМБ на Кутузовский проспект. В планах расширения сотрудничества с этой компанией. Мы считаем компанию «Трансторсервис» сильным партнером. Участие в выставке дает возможность привлечь потенциальных партнеров, позволяет наладить деловые контакты, а также обменяться опытом с представленными на выставке компаниями для усовершенствования процесса производства, направленного на повышение качества предоставляемых услуг.